начинаем заключительный матч группового этапа. Свисток. Стартовый состав команды «Строитель». Зуев на воротах, Карапетян в поле, Гайзидинов, Краснов, Тихонов, Загайнов и Сарваров. Играем против команды «Альметьевск». Карапетян. Отлично, передача на Тихонова. Тихонов, передача на Сарварова. Удар, гол! Сарваров Тимур открывает счет в этом матче. Гайзидинов. Передача на Тихонова. Загайнов. Загайнов сам выиграет двоих. Удар. И мяч залетает в ворота от штанги. Мяч попадает во вратаря. И после этого уже попадает в ворота. Счет матча становится 2-0. А мы сыграли всего 2 минуты. Сейчас надо нашим ребятам почувствовать этот забивной кураж. Гайзидинов. Карапетян. Загайнов. Неточная передача в центре. Судья показывает, можно играть. Загайнов сам убегает по бровке. И в последний момент уже защитник команды «Альметьевск» выбивают мяч на угловой. Загайнов сам пошел исполнять. Навес. Вратарь справляется. Здесь Карапетян должен. Зуев. Загайнов, Тихонов. Тихонов увидел, да, Сарварова. И Зуев дает уйти мячу. От ворот будет разыгрывать. Загайнов, передача на Сарварова. Довольно-таки опасный выход, несогласованный опять. Контроль мяча. Сарваров сам обыгрывает. Одного, второго красивым финтом обошел. Передача на Тихонова. Гайзидинов. Удар. И прямо во вратаря попадает Гайзидинов сейчас. Карапетян с лету. И команда «Альметьевска» бежит в контратаку. Для вновь присоединившихся, напоминаю, счет в матче 2-0 в пользу команды «Строитель». Идет 5-я минута матча. Гайзидинов. Передача на Тихонова. Удар. И
Вратарь команды Альметьевск выбивает мяч вперед. Тихонов пробрасывает себе, сокращает угол. Сейчас должен увидеть Гайзидинова. Нет, Тихонов не стал делать передачу, нанес удар по воротам. И вратарь команды Альметьевск выбивает мяч на угловой. Загайнов пошел подавать. Подача. Сарваров, удар. Довольно-таки не сильный удар получился у Сарварова Тимура. И вратарь команды Альметьевск легко справляется. Тихонов удар. Как-то после второго пропущенного курьезного мяча вратарь команды Альметьевск собрался. И... Краснов в последний момент блокирует удар по воротам. В команде Альметьевск смена. В команде Строитель также произошла смена. На поле вместо Тихонова появился Наборщиков. Аут будет сбрасывать команда Альметьевска. Выбивает. Гайзидинов не стал оставлять мяч в игре. Сарваров перехват. Наборщиков. Сам пытается пройти по флангу, не получается у него это сделать. Ну и команда Альметьевск сразу же допускает ошибку и потерю мяча. Наборщикова появляется на поле Шакиров. Аут. Команда Альметьевска будет вбрасывать. Загайнов с мячом, Сарваров. Не успевает Тимур до мяча. Шакиров с мячом. Пытался обыграть уже трех игроков Шакиров, но не получилось. И Гайзидинов сам себе пробрасывает на ход. Должен сейчас... Да, с Шакировым отыграться. Загайнов сильнейший удар. И защитники принимают на себя команда Альметьевск. Шакиров. Загайнов. Вот здесь Карапетян должен подключиться, да. И спокойненько через дом для сохранения мяча. Зуев. А Холкина. Так, вместо Краснова появился Холкин. Пока мы были увлечены атакой. В защите произошла замена. Шакиров. Загайнов. Гайзидинов.
И прям во вратаря попадает сейчас Загайнов. Сильно вперед. И Зуев забирает мяч. Карпетян. Загайнов должен сейчас передачу Гайзетдинову. Гайзетдинов сам обыгрывает двоих. Сокращает угол. Делает передачу отличную на Шакирова. Удар. И выше ворот Шакиров пробивает. Гайзетдинов сейчас сделал прямо очень хороший проход и точную передачу. И Холкин срезает свои ворота. Зуев на месте. Хорошо, что срезка была не очень сильная. Было расстояние до ворот. Иначе Зуеву было бы тяжело. Отлично. Не получилась передача у Загайнова. Вот еще раз сейчас должен попробовать. Да, вот сейчас получилась передача у Загайнова. Гайзетдинова. Шакиров. Удар. И опять во вратаря. Очень удачно занимает позиции вратарь команды Альметьевской. Все удары наших ребят в него приходятся. Шакиров, Гайзетдинов. Обратно Загайнов. Удар. И выше ворот. Смена в команде Альметьевск. Вместо Гайзетдинова на поле появляется Юмангулов. Передача на Шакирова. Попытка удара в исполнении игроков команды Альметьевск. Здорово делает передачу Загайнов на Сарварова. Сарваров на Шакирова. Вместо Шакирова на поле появляется Тихонов. Попытка навеса. Тихонов сам же подбирает. Карпетян должен, да. Юмангулова. Юмангулов. Опять Карпетян. Юмангулов. Зуев подстраховал сейчас свою защиту. Сарваров с мячом. Передача в центр. Довольно-таки опасно два момента сейчас были в исполнении команды Альметьевска. Вынужден был Зуев выходить далеко из ворот. Загайнов. Юмангулов отлично на Тихонова. Тихонов на Юмангулова. Это даже не прострел, это был удар. Опять вратарь занимает позицию.
И угловой зарабатывает команда Альметьевска. Диман Гулов. И Марат сам должен убегать. Нет, Марат видит Тихонова, делает отличную передачу. Тихонов назад на Сарварова. Сарваров в центр. Карапетян. Имангулов. Загайнов. Холкин. Как-то успокоилась у нас игра, выравнивается. Напоминаю, что счет у нас по-прежнему 2-0 в пользу команды «Строитель». Холкин отлично увидел Юмангулова. Юмангулов опять наносил удар по воротам. Вместо Юмангулова появляется Гатаулин. И угловой показывает судья. Смена в команде Альметьевска. И нужен быстрый выход. Холкин делает передачу на Гатаулина. Сарваров с мячом. Контроль мяча ребята показывают. Тихонов на Гатаулина. Юмангулов показывает, как он умеет скакать с мячиком. Но на этом все, как бы. И атака захлебнулась. У Загайнова отлично прошла передача между ног у игрока команды Альметьевска. Юмангулов на Загайнова. Загайнов. Передача. И не успел Сарваров замкнуть. Сарваров. Передача на Тихонова. Тихонов удар не получается. Не согласована сейчас игра вратаря и защитника команды Альметьевск. В результате мяч. Неправильно сбрасывает Гатаулин аут. Поэтому мяч переходит к команде Альметьевска. Малик, не спорь. Тихонов отлично убирает под себя мяч. Передача на Сарварова. Долго Сарваров двух игроков уже собрал. И в результате через Холкина. С мячом на Загайнова.
И первый тайм закончен. Напоминаю, счет 2-0 в пользу команды «Строитель».